Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакштейн Дмитрий. Мы продолжаем свое путешествие в мире Far Cry 3. В предыдущей серии мы чудом выжили после нападок Васа. А сейчас, наверное, отправимся за своим снаряжением, да. Нужно вернуть снаряжение, у пиратов отнять, а потом уже отправиться к Цитре. Дабы, не знаю, что сделать, узнаем, что там Джейсон захотел. В любом случае, пираты здесь неподалеку. У нас вообще никакого оружия с собой нету. Вообще ничего, да, кроме ножа, наверное, да? Да, нож не отобрали. Действительно, нахрена пиратам? Дорогой ножик. Так, смотрите, вараны. Интересно, те тела, которые они обгладывают, оснащены оружием, блин. В любом случае придется драться. Иди сюда, иди сюда. Так. Еще один. Ну давай. Отлично. Сейчас посмотрим, может быть, вот эти дяденьки нас обрадуют пушками своими. Чего у тебя есть? У тебя тоже ничего, наверное, не будет, да? Отлично. Мелками и картой мы сейчас будем расправляться с пиратами. Супер перспективка-то. Так, ладно. По идее, есть вариант сходить, допустим, до аванпоста, купить новое оружие, но зачем? Если игра нам предлагает скоммуниздить шмотки, так давайте воспользуемся этим. Фотоаппарат, кстати, тоже украли. Странно, что карту не забрали. Так, фотоаппарат украли, значит, помещать цели не получится. Вижу одного патрулирующего. Одного, который стоит на посту. Там второй, за его спиной, точнее, за ним самим еще один. Вон он виднеется. Мне лично виден. Так. А где нам тут найти свое снаряжение? Я так полагаю, легче будет отойти. Потому что проникать в лагерь с этой стороны безрассудно. Тут незачем спрятаться. Придется заходить либо с той стороны, либо с этой. Я думаю, с этой мы зайдем. Возможно, получится какого-нибудь пирата убить. Так. Если мы здесь начнем спускаться, нас запалят. Давайте обойдем по скалам. Да не покидаю я зону задания, не очкуй ты. Я просто обхожу. Так, с этой стороны нас никто не увидит, тот вряд ли нас заметит. А здесь пираты находятся только за этим зданием. Так, что? Интересно, если долго смотреть на них, они пометятся? Нет, это, видимо, с оружием только работает. Так, поищите в лагере снаряжение. Да я только за. В любом случае, надо не забывать, у нас есть вот такое вот чудо-средство под названием камень. Отлично. Так. Есть аптечка. Кажется, там какой-то шум. И С4. Две аптечки. Так. Он уже вернулся обратно. Чешет лысину мачете, блин. О, извиняюсь, надеюсь, пираты этого не слышали. Так, давайте подумаем. В этом здании ничего нету. Возможно, в этом. Но мне все-таки кажется, что вон в том. Именно туда можно спуститься по канату, который с вышки тянется. Но как только мы туда поднимаемся, игра считает, что мы покидаем зону
своего задания. Так, этих отвлекли. Блин, собак не хватало. Нет. Фу. Еще и мина. Опа. Ты смотри, ракетница. Дядька, ты сы-сы, не отвлекайся. Так. У тебя было оружие, нет? Да ладно, у тебя не было оружия. Вот урод. Ух ты. А как-то я тебя проглядел. Так, придется их опять отвлекать. Тихо, тихо, тихо. Блин. По-любому снаряжение в этом здании. Как будем действовать? Разбираться с собаками. Понятия не имею. Так, давайте сначала с людьми разберемся, чтобы они не стреляли у нас почем зря. Иди сюда. Отлично. Так, тебя нельзя обыскать, потому что у нас перк изучен. Так, патроны есть. Да ладно, вы что, с ножами только? Что за дела, ребят? Почему у вас тоже оружия нету? Ну, очевидно, с собачками будем иметь короткий разговор. Во-первых. Черт! Не сработало. Собаки, я вас жду. Мы подожгли эту... это сраное здание. Это собаки свалили. Извини, псинка. Я был вынужден. Твою мать. Псинка-то боится. Ладно, будем его взрывать. Интересно, он отвлечется, нет? Это вряд ли, да. Черт! Как же мы с тобой поступим-то, а? Дядя великан. Как же мы с тобой поступим? Так. Сейчас кое-что проверю, если я сюда мину поставлю. Блин, вряд ли он наступит. А, ты посмотри, ему вообще плевать. Мину можно взять обратно? Ни хренашеньки, да? Почему не получилось кинуть? Почему не получается кинуть эту дрянь? Все, получилось. Иди сюда. Сюда, я тут. Оп! Иди сюда, 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 сюда. Ближе, ближе, ближе. Ближе, упырь. Опа, я тут. Давай, 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 давай. Бум! Козлина. Понравилось? Так, где-то у тебя тут пулеметик был. Вот он. Отлично. Что ж, не густо, конечно, по патронам. Но что поделать. А вот здесь вот еще одни есть. Кто звонил? Продолжают звонить. Фу. Я тебе говорил, достижение получено. Алло. Джейсон, предупреждаю. Вас, могучий воин, но Хойт как демон.
Много ракет атаковало его остров. Выживших нет. Одного раз, Деннис. Сначала вас, потом Хой. Ты говоришь о невозможном. Даже я не смог бы. Да ладно, Деннис. Все бывает в первый раз. И то правда. Тихо, кто-то едет. Но доктор сказал, что твоя лодка почти готова. Скоро ты уплывешь. Тебе крышка! Какие же они тупые-то все, а тут? Спасибо за машину, кстати, ребят. А я думал, на чем это я должен отсюда уматывать. Так, куда это нам? Не понял. Ага, все, вижу. Не дурак. Так. В храм Цитры. Ну что, на своих ногах, на своих двоих. Поехали. Давно я не катался. Хотя по-любому потом найдутся уникальные личности, которые посчитают, что я растягиваю серию. Но я действительно хочу кататься. Так. Сейчас налево. Там будет большая дорога. По-моему, да? Да-да-да, она самая. Отлично. Дальше мост, и почти приехали, по сути. Так, сначала вас, потом Хойт, да? Сначала вас, потом Хойт. Как я предполагал, вас здесь не... основной злодей, получается. Хойт там какой-то. Есть. Главный дядька, но... да ничего. Когда обсуждали мы с друзьями харизматичность местных персонажей, поняли, что, по сути, все хороши. Просто вас немножко выделяется своим маленьким безумием. Так, патруль, свои. Там впереди еще есть машина. Тоже свои. Ну, я очень сильно надеюсь, что это тоже свои. Да-да-да. Здорово, ребят. По идее, почти приехали. Так, оно и есть. Еще две машины. И тоже свои. Извините, ребят, засмотрелся. Но с кем не бывает, как говорится. Так, вперед. Твою. Будем считать, что это одна из самых гениальнейших парковок в мире. Цитра, 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 цитра. Что ж ты мне сейчас-то скажешь, а? Силушку-то мою ты мне дашь? Которую обещала. Только с дороги. Не понял. Вот так бы сразу. Почему так мало людей ее охраняет? Очень и очень странно. Ну да ладно. А вот и Цитра. Уйдите. Воин возвращается из земли мертвых. Я принес тебе сувенир. Время пришло. Выпей. Для слабого это яд.
Только сильный сможет выжить. Отличная перспектива. И самоуверенный главный герой. Следуй пути. Там же ничего нет. Что за... Не понял? Что ты за человек? Ешкин дрын. Ты идешь их путем, а не своим. Но я чувствую в тебе. Это штука! Дверь откройте мне. Ох ты, ё-моё. Дверь, говорю, откройте. Какого? Тихо. Ты чё такое творишь-то? На, падла! Краснорожий! Ой-ой-ой. Ты делаешь-то со мной, а? Падла! Цитра! Ты что мне дала? Я чай не заказывал. Ты говорил, это яд. Сильный выживет. Какого черта? Слабый сгорит. Нет? В смысле, умрет? Какого? Что за Alan Wake начинается? Ребята, не надо, не надо. Отойди. Я говорю, отойди от меня. Сам себя убиваю. Да пошли вы. Ха, я по тебе соскучился. С тобой как-то легче. Легенда ожила, да? Господи. Да под той наркотой, которую здесь кормят, если я буду совокупляться с камнем, то мне будет казаться, что я делаю это с Моникой Белуччи. Знаете, сейчас я захотел на этот остров. Что ж ты кидаешь-то, а? Тебя что, манерам не учили, а? Огнево ты безмозглая. Ну ничего. Я тут именно для этого. Ой-ой-ой-ой. Дверь-то мне все равно не отпускают, я брат уйти. А в смысле, не открывают. Что ж ты творишь-то, дядя? Великан. Я же не бил бы тебя, если бы ты меня не трогал. Лешего. Понял. Иду. Ой-ой-ой. Нет. Лежи, поспи, пожалуйста. Спи, говорю! Извини, я знаю, неприятно, но... Вынужден. Жизнь такая, понимаешь? Не, наградка-то супер. Скажи мне, кто я? Я, значит, пока там глюки ловил. Я же говорил, совокуплялся с камнем, по-любому. Ты что, это куда это за спину? Не надо за спину, я тут. Слушай, а давай еще раз, пока глюки не начались. Ты воин. Ты живешь ради битвы. Каждый, с кем ты сражаешься, погибает и заслуживает этого. Ты носишь татау. Именно на татау я сейчас смотрел, да? Вокруг. Ты
Ты Ракьят. А ты ж... Светра. На той стороне острова! Вас и его пираты порабощают тела и души Ракьят! Мы будем драться, пока вас не пойдет к нашим ногам! Мы – войны Ракьят! И я приведу вас к славе! Что ж такое получается, Джейсон? Запудрили мальцу совсем голову. Нет, вас это я с удовольствием прикончу. Но он хоть понимает, что мы свалить отсюда должны. Я иду за тобой, вас. Давайте навыки посмотрим свои. 4 очка навыков есть. Так, ну наконец-то. Эксперт. Дополнительная ячейка здоровья. Есть. Еще одна дополнительная ячейка. Есть. Значит, тут у нас что? Поглощало больше. Ага. Ага. Идите в баню. Нам это не нужно. Чтобы убить пулеметчика или огнеметчика. Вот это интересно. Поняли, да? Теперь мы их сможем убивать с помощью R3, наконец-то. И 5-кратный экспо за это будем получать. Супер. Так, здесь оно что? Не нужно. Ага. Вы будете заметно тише ходить и бегать. Так. Угу. А здесь что? С кражей оружия. Украдите у врага пистолет и убейте всех противников, находящихся рядом. Вот это давно хотели изучить. Правда, не пользуемся. И вот это. Изучаем это. Навскидочку, это полезно стрелять точно. Здравствуй! Ребята, на этом закончим эту серию и продолжим следующее, как всегда, на самом интересном. Но дождитесь, и вы увидите, что будет дальше. Всем спасибо, всем пока.